Ну, взагалі, Ріт, от якщо брати приклад і з Наталії Полякової, і взагалі з юних гімнасток, от в якому віці вже можна дослідити, що насправді от є перспектива у спортсменки змагатися на дорослому рівні? Адже не секрет, що зовсім юні дівчата змагаються і на Олімпійських іграх, і на чемпіонатах світу. Не, ну, конечно, как бы, ну, юные, насколько юные, вот с 15 лет только могут они это делать, до этого никак. Знаете, есть много перспективных детей, как бы, но очень важно, чтобы тренер умел их довести до серьезного уровня, до уровня национальной сборной, потому что это не только талант, да, но это еще и труд, и способность гимнастки трудиться. Ну, как то кажут, знаешь, талант – это талант реализации таланта. Да. Хорошее дитё, кстати, очень. Вот она вот сразу, можно сказать, что да, вот ей, она ещё, если ей 10 лет, значит, она 98-го, наверное, да, или 99-го даже года рождения. И уже, в принципе, вот она элементы делает очень прилично. Молодчинка. Да, хорошо исполнила свой.